По воскресеньям немножко. У вас какие планы? Ну нет, я просто думаю, что как только хобби становится твоей работой, но, ну, Сережа, Антоша, Арсюша и Димочка. Меня зовут Павлик, давайте начинать. Очень похож на рэпера Оджи Буду. И его все называли Оджи Буду на трейде. И второй еще Шамиль из Дагестана, который сейчас легенда в Дагестане, и он там прям... Все, это вам так вдруг накинулось. Короче, вся информация вам. Ну что, понеслась? Let's go! Принимать участие давайте. Давайте. Тоже? Да. Тоже будет клоун. Да-да, именно. Итак, Арсений. Хотя бы тогда Тутунов. Хорошо, Арсений Тутунов. Хорошо. Сергей Чайкин. Может быть... Айкин? Да. Айкин! Да. Которые готовятся к новому шоу, при этом, при всем, вы заклятые враги, ненавидите друг друга, но шоу надо подготовить. Поехали. Для блогеров. Для блогеров. Молодежно. Великолепно. Пионерский лагерь для блогеров. Ребята, я Соболев, дайте путевочку тоже. Как бы плох я не был, все равно на утро они не вспомнят. Главное, фотки останутся хорошие. Спасибо. Я тоже рэперов. Снова я напиваюсь. Снова говорю пока. Идите, пожалуйста, отсюда. Не надо нам. О, десятка. 12-9 в пользу Минска. Таким образом, со счетом 67-56 побеждает и проходит в финал проект. Все будет. Так, ну что, друзья, как наши судьи будут оценивать команды? Все очень просто. Перед каждым из них есть специальный планшет. На этом планшете есть две кнопки, красная и черная. Если... Итак, следующую награду у нас получит... ДБ. Я посмотрю по списку, пожалуй. Если что, деревянка есть в обойме. Нацеловался, во! Следующий подарок. Так. Ведро кофе. Зачем мне ведро кофе? Да. Раз. Два. Три. Единогласно. Отдохни. Экстрим. Экстремально, когда ты едешь на санках. А когда еще и снег есть, тогда... Раскованному Газманову. Встречаем! Это просто нереально! Ну, я думал, оно прокрутится, извини. Чё ты за меня прячешься? Иди сюда! Иду. Ну, все же просят этого. Ну, иди сюда! Да иду! Колеса! Ай, колеса! Так. Самым уродским почерком написали февраль 34-го, угу. И все это, по-вашему, подарок? Блин, ты дурак, 34-го написал. Рота на почтовый ящик и панч, ну такое. Вы что от нас хотите? Вас много, а нас двое. Да на почте так говорят. Вас много, а нас двое. Да. И, парни, идите сюда. Всем очень повезло. Уже 20 лет у Bad City есть надежная тактика. И мы ее придерживаемся. Тактика Bad City – это поддержка болельщиков. Мы предлагаем лучший приветственный бонус и самые высокие коэффициенты. Регистрируйся в Bad City и стань частью нашей команды. Bad City. 20 лет делаем ставку на тебя. Хватит орать! Ваш труп привезли 2 дня назад, а вы ходите сейчас? Как там у вас пишут? Жизненно важные органы не задеты? Премьера. Это сделала моя жена и ее любовник. Это сделал... Это я еще не знаю кто. Он застрял тут и каждый раз оживает или умирает, пока там
не решат, что с ним делать. Андрей Мерзликин, Денис Власенко, Любовь Толкалина, Алексей Серебряков, Михаил Полицеймака и Аглая Тарасова. Господи! Почти. В убийственной комедии о жизни после жизни. Понятия не имею, как вам эти руки вправлять. Ты же врач. Я не до такой степени врач. И снова здравствуйте. С 22 мая в 9 вечера. Премьера на ТНТ. Все звезды наши. Озон. Когда вам что-то нужно, заходите на еженедельную акцию «Озон». Выбирайте разные товары по выгодным ценам. Наполнитель силикогелевый Pet Pride за 599 рублей. Смартфон Infinix за 7999 рублей. Альфа-банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую Альфа-карту. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. С Велсон вы можете засыпать уже через 20 минут. Велсон. Любителям поспать. Великая Рута Майерс в городе. Ты куда полез? Это моя работа. То, что на сцене, решаю я. Тебе кто дал право так со мной разговаривать? Вечная подковерная возня, скандалы. Я тут только из-за нее. Можешь заткнуться хоть раз в жизни. Хочу тебе напомнить, ты в этом театре никто. Что тебе нужно? Ей наплевать на нас, на наш театр. Вот из этого и будем строить наш спектакль. Когда вокруг не хватает вкуса, самое время переключиться на святой источник. Святой источник. Настройся на чистоту вкуса. Хугарден безалкогольный? За рулем. На спорте. Вкусно. Чтобы это понять, выбери путешествие в пшеничную мягкость вкуса. А может, ты отправишься в ароматную атмосферу грейпфрута? Или увлечешься вишневым настроением? Удивительно. Вкус. Хугарден безалкогольный. Вкус, как путешествие. Бывает, мечтаешь о прекрасном, а получаешь вообще не то. Ожидаешь одного, а встречаешь совсем другое. А бывает так, что ждешь обычное банковское приложение, а получаешь лучшее. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. Всем встать! Суд идет! Просьба садиться. Мы еще сюда физкультуру пришли заниматься. Истец. Еще один истец. В истец каком смешном сериале. Ты единоразово выплачиваешь мне 500 миллионов рублей. Мы что, тут новый стадион для «Зенита» собрались строить? «Звездный суд» с понедельника по четверг в 9 вечера. Спасибо, что подставил мне свое сильное плечо. Но это точно плечо было. Премьера на ТНТ. Ау, вы здесь? Мечтаешь попасть на ТНТ? Участвуй в кастинге на роль в новом сериале от авторов «Реальных пацанов» Ольги и «Кафе Куба». Опупеть! Стань звездой проекта «Бедные смеются, богатые плачут». Подробности на tnt-online.ru. Участвуй в кастинге. Смотри на ТНТ. Мы уникальные. Модные. Чувствуем себя круто. Наш выбор – «Глория Джинс». Сериала «И снова здравствуйте» с 22 мая в 9 вечера на ТНТ. Пробейте тест на беременность, пожалуйста. Мальчик или девочка? Не знаю. Мальчик или девочка? В смысле? Мальчик или девочка? Ну, это ваше личное дело. Мальчик или девочка? Я понятия не имею, к чему готовиться. Единственный вопрос, который будет волновать Сашу и Таню в новом сезоне, больше, чем интимная жизнь. Что рассматриваешь? Я думал, это Комаров. Зачем тебе Комаров? Он увидит, как я на УЗИ смотрю, растрогается. Премию выдаст. А это вообще Леха, 10-летней давности. Саша, Таня. Новый сезон. С понедельника по четверг. В 8 вечера на ТНТ. Все звезды наши. Тоже отдохнуть хочу. Озон открываю, путешествие выбираю. И уезжаю, улетаю, плаваю, с горы съезжаю. Озон открывайте и отдыхайте.
Бронируйте выгодно. Билеты, отели, туры на Озон. Есть отличный способ научить ребенка финансовой грамотности. Бесплатная карта Тинькофф Джуниор. С Тинькофф Джуниор ребенок будет учиться распоряжаться деньгами прямо в приложении Тинькофф. А родителям будет удобно следить за его тратами. Оформи бесплатную карту Тинькофф Джуниор, и мы поможем ребенку в первых финансовых вопросах. Тинькофф, он такой один. Что такое ВК? ВК – это место, где мы встречаем новых друзей. А родные и близкие встречают с улыбкой наш звонок. Здесь можно встретить рассвет за просмотром видео и восходящие тренды в ВК-клипах. Своего любимого музыканта ты тоже встретишь здесь. А если повезет, и любимого человека. Будем вместе. Место встречи – ВК. Спасибо Альпам, в которых 50 лет назад родился австрийский бренд экипировки и снаряжения Nordland. Nordland. Рожденные Альпами. Ху, попробуй новое острое меню в Бургер Кинг. По полям, синий трактор едет к нам. У него в прицепе кто-то... Это когда-нибудь закончится? Никогда. Ну а чего вы хотели? Трафик-то на видео бесконечный. В Билайне ты можешь смотреть видео бесконечно. Просто выбери дракона в тарифе ап. Билайн на твоей стороне. Добро пожаловать в изменчивый мир. Так выглядит шопинг в месте, где нет ничего постоянного. Товара нет, товар есть. Лекарства приходят и уходят. Сегодня одно, а завтра другое. А любимая бургерная называется... Да какая разница, как она называется? И как же во всем этом разобраться? Поиск Яндекса. Все меняется, все находится. Ароматная зелень. Свежие овощи. Салатные с заправкой «Я люблю готовить» легко превратятся... Превосходный салат. Ярче вкус, ярче настроение с брендом «Я люблю готовить». Озон. Доставляем с любовью. Подгузники, трусики Bella Baby Happy по цене от 649 рублей и скидка на полнорационные корма Брит до 25%. Закажите бесплатную кредитную карту Альфа-банка и снимайте до 50 тысяч рублей в месяц без комиссии в любых банкоматах. Моментально доставим кредитную карту в любую точку России. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. Ищите квартиру мечты на Домклик. Сервис недвижимости номер один. В мире сотен нельзя. Йота говорит, можно. Можно подключить 50 гигов и 100 минут по самой низкой цене в твоем регионе. Можно. Йота. Это происходит с ним снова и снова. Снова и снова. Снова и снова. Он бессмертный. Давай. Андрей Мерзликин в сериале «И снова здравствуйте». С 22 мая в 9 вечера. Если тебе человек, который пережил 90-е, говорит, что надо валить, значит, надо валить. Премьера на ТНТ. Наши. Тоже отдохнуть хочу. Озон открываю, путешествие выбираю. И уезжаю, улетаю, плаваю, с горы съезжаю. Озон открывайте и отдыхайте. Бронируйте выгодно. Билеты, отели, туры на Озон. В мире сотен нельзя. Йота говорит, можно. Можно подключить 50 гигов и 100 минут по самой низкой цене в твоем регионе. Можно. Йота. Что такое ВК? ВК – это место, где мы встречаем новых друзей. А родные и близкие встречают с улыбкой наш звонок. Здесь можно встретить рассвет за просмотром видео и восходящие тренды в ВК-клипах. Своего любимого музыканта ты тоже встретишь здесь. А если повезет... И любимого человека. Будем вместе. Место встречи – ВК.
Зона. Лето – это лучшая реальность. По полям, синий трактор едет к нам. Это когда-нибудь закончится? Не, трафик-то на видео бесконечный. В Билайне ты можешь смотреть видео бесконечно. Просто выбери дракона в тарифе «Ап». Билайн – на твоей стороне. Добро пожаловать в изменчивый мир. Так выглядит шопинг в месте, где нет ничего постоянного. Товара нет, товар есть. Лекарства приходят и уходят. Сегодня одно, а завтра другое. А любимая бургерная называется... Да какая разница, как она называется? И как же во всем этом разобраться? Поиск Яндекса. Все меняется. Все. Ищите квартиру мечты на Дом Клик. Сервис недвижимости номер один. В прошлых проектах он был лишь первой скрипкой. Для самурая не важна цель. Для самурая важен путь. Теперь он человек-оркестр. Жизнь гаишника, она ж как фуражка. В смысле? Ну, выглядит красиво, но по сути шляпа-то какая. Новые образы Михаила Галустяна в сольном комедийном сериале «Галустян плюс». В пятницу в 10 вечера. Я тебя сейчас угощу, а вы меня с Никиткой потом чем-нибудь угостите. Что вы там ели вчера? Дождь. На ТНТ. Мы готовы. В субботу в новом выпуске. Номер два. Юрий. Построил дом, посадил дерево, вырастил двух детей. Если дети занимаются музыкой, возможно, он сам поет. Слушай, ну вот у тебя сын на самбо ходит. И что это говорит о тебе? Музыкальная интуиция. Новый выпуск. В субботу в 9 вечера. Да ты че, я же... Все, Денис. На ТНТ. Покупки в Фикс Прайс еще выгоднее. Экономьте здесь и сейчас. Спеццены по карте Фикс Прайс. Привет, это L1. Мой принцип – выкладываться на максимум ради результата. Как в спорте, так и в музыке. Даже если все идет не по плану, флешап зарядит тебя энергией двигаться дальше. Ведь успех обязательно приходит следом. Flash Up Energy. Всегда заряжен. И снова здравствуйте. Безумнее ресторана по понятиям. У нас сегодня в меню трель, пила и вот королевское блюдо. Паяльник. Криминальнее бандитского Петербурга. Опусти нож. Все равно живым отсюда не уйдешь. Жестче ходячих мертвецов. Вы же зомби, блин, пожалуйста. Зомби так делают? И веселее дня сурка. Я трижды воскресал из мертвых. Меня стреляли, резали ножом. Я сделать могу все, что угодно. Сериал от режиссера «Елок». Мы больше не увидимся. Прощай. И снова здравствуйте. С 22 мая в 9 вечера. Я его убила? Нет, все в порядке, не волнуйтесь. Это его естественное состояние. Ему так даже лучше. Премьера на ТНТ. Все звезды наши. Если звезды зажигают, значит, они уже есть в Дзене. Встречай эксклюзивный контент от авторов и блогеров на любую интересующую тему. А Дзен обеспечит тебя эксклюзивами от любимых авторов. Найди свой Дзен. В мире сотен нельзя. Йота говорит, можно. Можно подключить 50 гигов и 100 минут по самой низкой цене в твоем регионе. Можно. Йота. Майский Тинькофф кэшбэк фест с суперкэшбэком до 70%. Оформи любую карту Тинькофф, участвуй в кэшбэк фесте с 15 по 28 мая. Ищите квартиру мечты на Дом Клик. Сервис недвижимости номер один. По полям, синий трактор едет к нам. Это когда-нибудь закончится? Не, трафик-то на видео бесконечный. В Билайне ты можешь смотреть видео бесконечно. Просто выбери дракона в тарифе «Ап». Билайн – на твоей стороне. Что такое ВК? ВК – это место, где мы встречаем новых друзей. А родные и близкие встречают с улыбкой наш звонок. Здесь можно встретить рассвет за просмотром видео и восходящие тренды в ВК-клипах. Своего любимого музыканта ты тоже встретишь здесь. А если повезет... И любимого человека. Будем вместе. Место встречи – ВК.
Денис, пожалуйста. Мальчик или девочка? Не знаю. Мальчик или девочка? В смысле? Мальчик или девочка? Ну, это ваше личное дело. Мальчик или девочка? Я понятия не имею, к чему готовиться. Единственный вопрос, который будет волновать Сашу и Таню в новом сезоне, больше, чем интимная жизнь. Что рассматриваешь? Я думал, это Комаров. Зачем тебе Комаров? Он увидит, как я на УЗИ смотрю, растрогается. Премию выдаст. А это вообще Леха, 10-летней давности. Саша, Таня. Новый сезон. С понедельника по четверг. В 8 вечера на ТНТ. Все звезды наши. Майский Тинькофф Кэшбэк Фест с суперкэшбэком до 70%. Оформи любую карту Тинькофф, участвуй в Кэшбэк Фесте с 15 по 28 мая. Что такое ВК? ВК — это место, где мы встречаем новых друзей. А родные и близкие встречают с улыбкой наш звонок. Здесь можно встретить рассвет за просмотром видео и восходящие тренды в ВК-клипах. Своего любимого музыканта ты тоже встретишь здесь. А если повезет, и любимого человека. Будем вместе. Место встречи — ВК. Как выглядит шопинг в месте, где нет ничего постоянного? Товара нет, товар есть. Лекарства приходят и уходят. Сегодня одно, а завтра другое. А любимая бургерная называется... Да какая разница, как она называется? И как же во всем этом разобраться? Поиск Яндекса. Все меняется, все находится. Есть отличный способ научить ребенка финансовой грамотности. Бесплатная карта Тинькофф Джуниор. С Тинькофф Джуниор ребенок будет учиться распоряжаться деньгами прямо в приложении Тинькофф. А родителям будет удобно следить за его тратами. Оформи бесплатную карту Тинькофф Джуниор, и мы поможем ребенку в первых финансовых вопросах. Тинькофф, он такой один. Огромная база загородной недвижимости «Нациан». В мире сотен нельзя. Йота говорит, можно. Можно подключить 50 гигов и 100 минут по самой низкой цене в твоем регионе. Можно. Йота. Всем встать! Суд идет! Просьба садиться. Мы еще сюда физкультуру пришли заниматься. Истец. Еще один истец. В истец каком смешном сериале. Ты единоразово выплачиваешь мне 500 миллионов рублей. Мы что, тут новый стадион для «Зенита» собрались строить? Звездный суд. С понедельника по четверг в 9 вечера. Спасибо, что подставил мне свое сильное плечо. На это точно плечо было. Премьера на ТНТ. Это происходит с ним снова и снова. Снова и снова. Снова и снова. Он бессмертный. Давай. Андрей Мерзликин в сериале «И снова здравствуйте» с 22 мая в 9 вечера. Если тебе человек, который пережил 90-е, говорит, что надо валить, значит, надо валить. Премьера на ТНТ. Пробейте тест на беременность, пожалуйста. Мальчик или девочка? Не знаю. Мальчик или девочка? В смысле? Мальчик или девочка? Ну, это ваше личное дело. Мальчик или девочка? Я понятия не имею, к чему готовиться. Единственный вопрос, который будет волновать Сашу и Таню в новом сезоне, больше, чем интимная жизнь. Что рассматриваешь? Я думал, это Комаров. Зачем тебе Комаров? Он увидит, как я на УЗИ смотрю, растрогается. Премию выдаст. А это вообще Леха, 10-летней давности. Саша, Таня. Новый сезон. С понедельника по четверг в 8 вечера на ТНТ. И снова здравствуйте. Безумнее ресторана по понятиям. У нас сегодня в меню трель, пила и вот королевское блюдо. Паяльник. Криминальнее бандитского Петербурга. Опусти нож. Все равно живым отсюда не уйдешь. Жестче ходячих мертвецов. Вы же зомби, блин, пожалуйста. Зомби так делают? И веселее дня сурка. Я трижды воскресал из мертвых. Меня стреляли, резали ножом. Я сделать могу все, что угодно. Сериал от режиссера «Елок». Мы больше не увидимся. Прощай. И
снова здравствуйте. С 22 мая в 9 вечера. Я его убила? Нет, все в порядке, не волнуйтесь. Это его естественное состояние, ему так даже лучше. Премьера на ТНТ. Всем встать! Суд идет. Просьба садиться. Мы еще сюда физкультуру пришли заниматься. Истец. Еще один истец. В истец каком смешном сериале. Ты единоразово выплачиваешь мне 500 миллионов рублей. Мы что, тут новый стадион для «Зенита» собрались строить? Звездный суд. С понедельника по четверг в 9 вечера. Спасибо, что подставил мне свое сильное плечо. Но это точно плечо было. Премьера на ТНТ. Это происходит с ним снова и снова. Снова и снова. Снова и снова. Он бессмертный. Давай. Андрей Мерзликин в сериале «И снова здравствуйте». С 22 мая в 9 вечера. Если тебе человек, который пережил 90-е, говорит, что надо валить, значит, надо валить. Премьера на ТНТ. Пробейте тест на беременность, пожалуйста. Мальчик или девочка? Не знаю. Мальчик или девочка? В смысле? Мальчик или девочка? Ну, это ваше личное дело. Мальчик или девочка? Я понятия не имею, к чему готовиться. Единственный вопрос, который будет волновать Сашу и Таню в новом сезоне, больше, чем интимная жизнь. Что рассматриваешь? Я думал, это Комаров. Зачем тебе Комаров? Он увидит, как я на УЗИ смотрю, растрогается. Премию выдаст. Это вообще Леха, 10-летней давности. Саша, Таня. Новый сезон. С понедельника по четверг в 8 вечера на ТНТ. И снова здравствуйте. Безумнее ресторана по понятиям. У нас сегодня в меню трель, пила и вот королевское блюдо. Паяльник. Криминальнее бандитского Петербурга. Опусти нож. Все равно живым отсюда не уйдешь. Жестче ходячих мертвецов. Вы же зомби, блин, пожалуйста. Зомби так делают? И веселее дня сурка. Я трижды воскресал из мертвых. Меня стреляли, резали ножом. Я сделать могу все, что угодно. Сериал от режиссера «Елок». Мы больше не увидимся. Прощай. И снова здравствуйте. С 22 мая в 9 вечера. Я его убила? Нет, все в порядке, не волнуйтесь. Это его естественное состояние, ему так даже лучше. Премьера на ТНТ. Всем встать! Суд идет. Просьба садиться. Мы еще сюда физкультурой пришли заниматься. Истец. Еще один истец. В истец каком смешном сериале. Ты единоразово выплачиваешь мне 500 миллионов рублей. Мы что, тут новый стадион для «Зенита» собрались строить? Звездный суд. С понедельника по четверг в 9 вечера. Спасибо, что подставил мне свое сильное плечо. Но это точно плечо было. Премьера на ТНТ. И снова здравствуйте. Безумнее ресторана по понятиям. У нас сегодня в меню трель, пила и вот королевское блюдо. Паяльник. Криминальнее бандитского Петербурга. Опусти нож. Все равно живым отсюда не уйдешь. Жестче ходячих мертвецов. Вы же зомби, блин, пожалуйста. Зомби так делают? И веселее дня сурка. Я трижды воскресал из мертвых. Меня стреляли, резали ножом. Я сделать могу все, что угодно. Сериал от режиссера «Елок». Мы больше не увидимся. Прощай. И снова здравствуйте. С 22 мая в 9 вечера. Я его убила? Нет, все в порядке, не волнуйтесь. Это его естественное состояние, ему так даже лучше. Премьера на ТНТ. Это происходит с ним снова и снова. Снова и снова. Снова и снова. Он бессмертный. Давай. Андрей Мерзликин в сериале «И снова здравствуйте». С 22 мая в 9 вечера. Если тебе человек, который пережил 90-е, говорит, что надо валить, значит, надо валить. Премьера на ТНТ. Это происходит с ним снова и снова. Снова и снова. Снова и снова. Он бессмертный. Давай. Андрей Мерзликин в сериале «И снова здравствуйте». С 22 мая в 9 вечера. Если тебе человек, который пережил 90-е, говорит, что надо валить, значит, надо валить. Премьера на ТНТ. Суд идет. Просьба садиться. Мы еще сюда физкультурой пришли заниматься. Истец. Еще один истец.
в истец каком смешном сериале. Ты единоразово выплачиваешь мне 500 миллионов рублей. Мы что, тут новый стадион для «Зенита» собрались строить? «Звездный суд» с понедельника по четверг в 9 вечера. Спасибо, что подставил мне свое сильное плечо. Но это точно плечо было. Премьера на ТНТ.